Салют, друзья, с вами мы продолжаем играть в Prey. Нас ждет 9-я уже серия. Мы все еще в жилом комплексе здесь бегаем. Только что получили вот в предыдущей серии в конце полностью симуляцию голоса шоу женщинки администратора здесь главного. И сейчас мы постараемся как-то это употребить куда-нибудь. Так, ну здесь у нас, по сути, осталось не так уж много квестов, на самом деле. Вот еще окно фитнес-центра только есть, и вроде бы как все. Так, где у нас есть... наверху у нас был только что... Телевизор у нас есть, а... На кухне, то есть нам уже по прямой прочесать, это в той стороне было, да? Давайте сбегаем за крафтом, скрафтим себе вещичек, потому что у нас совсем бедово с патронами полностью. И тогда уже будем думать, что делать дальше. Кафетерий, да-да-да. Так. Материал 9. 9 материалов у нас. В принципе, хватит на... Блин, как бы так раздобыть? Так. Даже не знаю. Мне бы, конечно, безусловно, офигенно бы пригодилось еще немножко металла. Все остальное у нас в большом-большом запасе. Почему никто не пришел обедать в назначенное время? Так, кстати, ну это уже утилизатор уже подниматься не будем, он далеко. Потом со всем этим разберемся. Вперед. Утрамбовываем став. Хорошо. Окно фитнес-центра. Значит, нам нужно что? Прям туда или как? Почему ты... Ага. Так, а что с окном? Офигенно. А что за задача такая? В дендрарии. Успеем. Так. Теперь могу убраться отсюда. То есть мы можем послать все и свалить тупо. Даже не знаю, не верится прям. Так. Какие квесты адские. Тендрарий. О, господи, боже мой. Все не очень просто. Так, смотрите, грузовой отсек. Грузовой отсек нет, понятно. Так, смотрите, лифт Дендрари, понятно. 6 тайников, окей. Найти Джоши Сагита. Ага, живая секция. Ага. Стук в стекло. О! Привет. Морган? Да. Если вы здесь, значит, Эбби не выжила, да? Да, извини уж. Я больше ничего не могу сделать. Но будьте осторожны. В жилой секции кто-то есть, он притворяется коком. У него браслет из отдела психотроники, но идентификационный номер просто бредовый. Он... Кажется, именно он убил Эбби. Если можно, пусть он не выберется со станции. Я постараюсь помогать вам отсюда. Пока смогу. Прощайте, Морган. Вот как собака. Ну, жирная тварь, я тебе сейчас
бы на куски. Я до этого хотел это сделать, но меня что-то смущало. То-то я думаю, что этот жирный кабан нифига не такой уж простой. Иди сюда. Вы нашли директора шоу. Отлично. Теперь вы сможете попасть в хранилище. Ну что, жирный мразот. Хотя ключом забью, тварюга. Так, сейчас почитаем, что там с задачей. А, просто выполнено. Все, новых никаких. Вход на кухню. Ну, у нас он и так, в принципе, есть, так что... Просто не будешь... Ну да, я так и понял, что он разобрался с девчонкой с той. То-то мне показалось странным, что он там заперто лежит. Жалко, мразота. Интересно, кто он такой? Угу. Так, все, здесь у нас больше никаких заданий, я так понимаю, нету, правильно? Теперь мы можем только сюда свалить дендрарий обратно. Ну что ж, хорошо. Сделали дело. Я немножко зол на этого кока, собаку. Я там несколько моментов пропустил. Ну, я тоже бы пропустил, а... Черт, они почему-то умчаются, как противники, а... Не попал в них несколько комнат. Вот это, например, не для меня закрыто. Где-то пропуски, возможно, пропущены. Ну, в принципе, ничего страшного. Я думаю, мы это можем пережить. И двигаемся сейчас с вами в дендрарий, друзья. Да, все-таки пора бы. И вот еще вопрос. А могу ли я сразу пойти, например, свалить в... Кстати, сколько у меня сейчас нейромодов лишних? Лишних вообще только один. Нисколько. Могу ли я сразу свалить, например, на капсулу? И просто, ребята, до свидания, и улетел. Любопытно. Или все-таки мне что-то остановит? Но я думаю, мы это скоро узнаем. Не в этой серии, даже, наверное, не в следующей. Пока еще дендрарий закончим и так далее. Но перед тем, как, даже не знаю, двигаться по сюжетке, по основной, либо закончить все сайды. Сайды мне больше нравится заканчивать. Они все-таки какие-то такие классненько проработанные. Хоть местами я путаюсь в персонажах. Ну, вы сами, наверное, тоже путаетесь. Там этих персонажей куча целая. И они все такие похожие, особенно озвучка весьма однообразная. Это никак игру не портит, просто тяжело все это запоминать. Возможно, если бы я тратил потом 5 часов на одну локацию, тогда бы все было проще, не спешил никуда. Так я не спешу, но в целом тормозить тоже не хочу, потому что и мне неинтересно, и вам было бы скучно смотреть. Так, ну что. Сейчас здесь куча квестов образовалась. Хорошо. Что-то сломано. Я нашел вас. Разрушенная схема нашла новые инструкции. Отлично. Так, отлично. Я нашел вас. Разрушенная схема нашла новые. Хорошо. Мерзкие роботы, а? Благо я улучшил все-таки свой шокер. Неплохо с ними справляется. Тут мы все уже обыскивали. И еще раз активируется. Ай-ай-ай-ай-ай-ай.
Нормально. Черт, перегрев. Давай, давай, давай. Ну давай же ты. А, она не работает на таком расстоянии от этого. Точно. Да, перезаряжайся тоже. Давай, господи Иисусе. Взорвался. Ну, такое, конечно, очень спорная пушка. Так, немножечко зарядились, теперь нужно починить. Хотя, ну, здесь где-то был там этот. А, как его? Дроид, который... Дрон, точнее. Оператор мог меня починить бы. А что с турельками? Здесь где же стояли? А, все, турельки внесли просто, понятно. Починим, чтобы оно... Это поможет в борьбе с инфекцией. А могу теперь с тобой поговорить? Нет? Просто и не за меня, а, ну ясно. То есть ты как бы... Окей. Несколько задач. Спасательная капсула Алекса. 53 метра. Ну, даже не знаю, куда нам на этом этаже вообще что-нибудь есть? Нет, здесь у нас... Где мы находимся? Как бы в нигде получается. А, ну да. Ясно, ясно. К черту, к черту. Так. Так. Хранящие данные куда-то туда, наверное, нам нужно, да? Вон оператор двигается, давайте. Да ладно. Сканирование завершено. Сканирование завершено. Регенерация у нас есть. Вот ты стреляешь-то. Дайте дорогу. Внимание, целостность костюма нарушена. Сканирование завершено. Ой, блин. Фу. Патронов ты, конечно, взял, выжирает просто нещадно. Вот ты, давай. Изучаю. Ваш костюм немного изношен. Я это исправлю. Ремонт завершен. Угу. Приближается оператор. Турель, давай, отрабатывай. Добрый день, Талос. В случае утечки воздуха, отключения искусственной гравитации и других чрезвычайных ситуаций, можем сейчас лифт активировать? Направляйтесь на ближайший сборный пункт. А, мы можем зато просто взломать.
задачки эти не особенно сложно. Так, ну все, у нас грейлифт Алекса. Теперь мы можем спокойненько двигаться на самый-самый верх к нему туда. И это хорошо. Но мы сначала идем в хранилище данных. Да, мы же сюда... Да-да-да. Требуется голосовая идентификация. Повторите следующие слова. Гравитация. Штопор. Свидание. Мальва. Гравитация. Штопор. Свидание. Мальва. Отлично. Так, это сторич. Ну что ж, тогда перед тем, как идти, все-таки, раз это новая локация, давайте-ка сначала к Алексу заглянем. Сломаем там компьютер, и, может, доступ получим к нему напрямую. Вот, спасательная капсула Алекс Ю. Президент НСИО. СИО. О. Ну, поехали. Естественно, что-нибудь важное мы узнаем в функции. Вытянуть мостик. Блин, ну давайте. Что это такое, интересно? Черт его знает. Ну, выдвигается пока. Выйдем, посмотрим потом. Файлы. Чуть-чуть здесь нейромода у нас же есть уже. Ладно. Файлы. Так, пропал пропуск. Угу. Так, с самого начала читать нужно. Ух ты. Так, это мы читали. Так, насчет, понятно, насчет изменений. Что ж, насчет мостика, сейчас мы узнаем, что же это за мостик. Что он нам-то, собственно, дал, этот самый мостик. Двинулись, на крышу залезем. Как там, как тут залезть-то где-нибудь? Давайте найдем где-нибудь себе. А как попасть? Ну да, давайте попробуем, даже не знаю. Так просто тут не, ты не запрыгнешь, ладно, давайте мы... О! А вот тут мы можем. Так, телескоп, друзья, хорошо, и куда нас этот телескоп? А, ничего, просто луна. Ну, что там, не луна, а какая-то местная штука. Ну, получается, мы же на орбите Луны, если не ошибаюсь, да? Вот Земля наша. Вот это Луна. Так, терраформирование Марса, кружка, ничего интересного. Что здесь у нас еще? А вот и мостик. Собственно, спасательная капсула Алекса. Сохранимся на случай, если мы вдруг каким-то диким, нечаянным образом улетим. Ну, мало ли вдруг чего. Если сейчас не взорвется у нас под носом, конечно же. Слушайте, вот
эти штуки же должны все-таки зачем-то быть. Они же не могут быть прям... Блин, кто знает, друзья, зачем эти штуки нужны? Пожалуйста, напишите. Я вот пока очень ума не приложу, куда она может быть использована. Так, ну что? Морган, не надо. Даже я, ваше несовершенное подобие, понимаю, что бросать Талос нельзя. Если вы улетите, то лишь отсрочите неизбежное. Как думаете, куда потом направятся тифоны? Мы реально можем улететь сейчас? Серьезно? Ну... ладно... Блин, что? Что ладно? Я не хочу улетать. Просто такая заманчивая возможность. Сейчас почитаем, где это. Вот я не встретился с декабрем в фойе, надо было встретиться сначала. Черт, ну давайте, наверное, посмотрим просто, что будет, если мы улетим, сохраняемся вот сейчас здесь, запускаем свой полет и улетаем. А. Займите кресло. Ну, как бы нам, наверное, просто... Морган, я не понимаю, как тебе удалось доставить ключ в спасательную капсулу. Я и не знал, что тесты изменили тебя именно так. Ты просто сдаешься. Я ломаюсь, да. У нас не получилось. Это не то. Начните сначала. Это наталкивает нас на определенные мысли, друзья. Так, значит, если мы улетаем, но на самом деле вместо этого мы видим экран загрузки. Ну, то есть мы видим сбой в системе, V3.1 там что-то написано было, и нас... обратно как бы выгружает, то есть мы по сути сливаем свою жизнь, то значит, что все вот это вот сейчас на самом деле не происходит, я правильно понял? Интересно. Может, все это вообще на самом деле эксперимент, и мы где-то там лежим подключенными к чему-то, и нас... просто в ногу тыкают иголками, а мы думаем, что мы ходим, ну и так далее. Работают, играются с нашим мозгом, как говорится. Ну а почему бы и нет? А почему бы, собственно, и нет? У кого какие мысли, друзья, будут на этот счет, вы, пожалуйста, пишите в комментариях. То есть мы только вот
Внимание, без спойлеров. За спойлеры буду жестоко карать, но я думаю, никому не интересно будет. То есть все, кто, я понимаю, смотрит эту игру, они адекватные ребята. То есть мудаков в комментариях я, по крайней мере, не видел. И уверен, что спойлеров таких не будет. Предположение, да. Другое дело. Вот. Мне самому жутко интересно стало, что же тут происходит тогда. Ну, были там, помните, в предыдущих сериях подозрения о том, что все это на самом деле дикая подстава. Но вот сейчас я прям запараноил, потому что... Как это объяснить иначе? Такую жесткую загрузку. Перехват управления на уровне директора. Замки блокированы. Серьезно, нас закрыли? Извини, Морган, но мне придется тебя запереть. Когда я уничтожил твой ключ, то уберег тебя от страшной ошибки. Поздно прятать голову в песок. Мы выбрали свой путь. В хранилище данных ты будешь в безопасности. Когда все будет готово, встретимся в моем кабинете. Надеюсь, ты мне веришь. Нет. Я на твоей стороне. Ты просто не в себе. Добро пожаловать в хранилище данных. Это своего рода подсознание Талоса. Вам нужен центральный репозиторий. Там находится диск с чертежом ключа активатора. А я пока постараюсь найти выход. Так, здесь у нас было несколько тифонов. Фантомов, точнее. Нормально. По-моему, получилось. Что там за летающая техно-штука? Ой, она сюда, кажется, летит. Технохрень. Давайте сохранимся, значит, подумать, как ее... Наверное, пока буду сканировать, я думаю. Сканирование завершено. Валим, батюшки, валим. Чего меня замкнуло все хреном только что? Ай, блин, больно-то как. Ай. Да, охренеть просто. Первый раз данными хранятся в модуле, который отстреливается в случае катастрофы. Судя по тому, что они еще здесь, Алекс не хочет взглянуть в лицо фактор. А можно просто его перегреть вот этой штукой, лучметом? Замкнуло оружие. Давай, размыкайся уже, сволочь. Ну давай же ты, господи Иисусе, а. О. Фух, сколько у нас это стоит? 200 припасов ушло на него, офигеть. Сейчас, зачем нам взламывать ее? Офигеть. Где у нас радиация? Вон радиация. Хорошо. Нет пропуска. А, ну мы можем встать сюда бананом, например, и залезть просто так. Стоп, а могу утилизировать эту вот штуку, чтобы она нам не мешала? Турелька, турелька!
турелька. Жалко турельку. Ну ладно. Красненько, подумал, что что-то ключ какой-то может быть нет. Ну еще бы. Подлый меч. Блин! Да, опасно. Эй! А, она злобная, потому что... Стоп, ее можно взломать тогда. Нам же нужно точно хакнуть, чтобы она нас не трогала, потому что она взломанная. Вот так. Ну, этим технотварью, хорошо. Можно и так протиснуться. Вот там дверка есть. Ну тогда давайте в форме банана что-то залезем как-нибудь. А можно здесь разбить? Может, не разбивается пол. Так что у нас есть лишнего. Из того, что можно... Ой, стоп. Загрузить карту сектора. Это хорошо. Это нам нужно. Отлично. Значит, у нас здесь есть распределитель операторов. Еще один. Второй уровень. Там есть и фабрикатор, и это. Отлично. Так. Экипаж. Ну, не интересует на самом деле. Разбираем. Патрончики, может, какие? Приманка для тифонов. Ну, да. Такое дело. В принципе, можно бросить как-нибудь, когда их будет много, и... Кстати, давайте мы не будем разбирать, мы лучше зафигачим это в разбиратор наш. И это будет гораздо, думаю, практичнее. О, а вот и доступ. Критическая ошибка двери. Ну, как скажете. Так. Взлом. Ау. Запрос нового оператора. Так, что у нас здесь? Больше ничего нету, да? О, инженерк. А, нет, это медик, не оператор. Чем я могу помочь? 490 готов. Не заденьте проем. Тут же больше ничего нету, правильно я понимаю? Горает, я думаю, что за такое шебуршание. Вроде бы ничего. А что, какой-то мимик здесь у нас где-то запрятался. Эй! Вылазь, вылазь, никто тебя не обидит. Шутка. Так, два у нас нейромода. Давайте посмотрим, что мы еще можем зафигачить. Ремонт третьего уровня как-то пока вообще не актуально. Вы можете укреплять турели. Расход запчастей уменьшается. Это, в принципе, на расход запчастей уменьшен, это я пошел бы, конечно. Охранник. Так. Угу. Угу. Действие вообще не расходует выносливости, слушайте. Блин, прям кучу-кучу по боевке нужно вкачать. Вместо вот этого всего нужно сейчас будет вкачать боевку обязательно. Продолжение жизни увеличивается на 50 лет. 300 прям. Угу.
Я все вкачал боевую концентрацию, если бы на то пошло. Невесомость? Ох, а можно без этого, пожалуйста. Натяженная гравитация. Где радиация? Стоп. Где источник радиации? Да покажите же мне его. А где источник радиации? Ё-моё, гнездо. А можно их не трогать, эти штуки? Я вот очень не хочу. Жесткий диск там. Я просто бы пролетел тихонечко до жесткого диска, прихватил себе его. И не стал бы... Так вот получилось неплохо, кстати. Таскаем жесткий диск. Подключить диск данных. Куда его подключить-то? Сервер. Так. Отставляем, пока пускай болтается. Данных, то найдем. Нормально. Ну, тут кажется все, то есть можно спокойненько хватать и вставлять. Ух. Да. Отлично. Я боялся, что поврежден главный двигатель. Можете скачать чертеж с терминала шоу. Тогда мы сможем создать ключ-активатор. Скачать чертеж. Хорошо. Все здесь. Так. Секундочку. Нам сейчас прямо здесь, я так понимаю, да? На втором уровне еще. Мы типа... А можно как-нибудь вон туда вот выплести? То есть тут же есть явно возможность еще что-то поискать. Или нет? Должна быть в любом случае возможность. Оп. Нет. А, это я сверху туда смотрел на все это дело. Ясно. Ну ладно, надеюсь, что больше здесь ничего не пропустим. Мне меньше всего хочется этой совести шастать. Гравитация. Что происходит? Меня как чистенки. Пониженная гравитация. Так, ребят, давайте не будем так делать. Нормальная гравитация. Все, выплевывайте меня. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Здравствуйте. Нет. Терминал шоу. Третий этаж. Как-то попасть? Я могу по стенкам, а могу, наверное, где-то здесь, да? Нет. А вот лесенка. Отлично. А, это же я себе сам открыл. Изучаю. Ваш костюм поврежден. Позвольте мне его. Работа выполнена. Да-да. Mm-hmm.
Ага, записка. Ага, ага. Окей. Приближается оператор. Мимик утопал. Ну давайте взломаем. Я не знаю, как это чуть сложно, что ли, нам разок взломать. Так, файлы. Это охотница. Угу. Угу, ну ясно. Так, а как то попасть, если двери у нас на чисто просто забиты? А, как попасть? Так попасть. Ой, Матерь Божья. Не, стоп, вот это замедлить время. Хрена себе. Ой, блин, вот у меня сейчас такое, скорее всего. Целостность костюма нарушена. Кажется, все, кажется, справились. А, хорошо, как. Кто бы знал, как говорится. Плазма тифона, ёлки-палки. Да, бочки решают, безусловно. Прям очень даже. Набор для улучшения оружия, хорошо. Так. А, нам все вообще нужно было? Модули данных. Всякие закрыты вроде бы. И тот, и этот. Дверь без привода заперта. Мы можем вообще выйти? Кажется, что тут такое у нас. Да нет, судя по всему, заперты. А что мы тогда здесь искали? Что мы здесь нашли? Ну, кроме этого... Кроме этой тварюги здоровенной. А это вообще не пишется закрыто, либо открыто. Просто никак. Ну, хорошо. Ладно. Так, давайте-ка. Так, а то раздражает. Тоже ничего. Нет, птички нет, вообще ничего нет. Что мы здесь? Вот нейромод один есть. Хорошо. Это дробовика уже нет мест. Сейчас успокоим. Все это дело. Найдем место для дробовика, не проблема. Так, здесь ничего, залазим наверх. Не, вчастую просто ничего. Тогда я не понимаю, чем мы все приперлись, как говорится. Приперлись и приперлись, ладно.
Ай, ай. Радиоактивный отход. Давайте мы их аккуратненько перенесем вот сюда, поставим и дезинтегрируем нахрен просто. Но при этом далеко не то, что хотелось бы. Ну и ладно. Четвертый уровень. Что-то крутое здесь будет по-любому. Конфиденциальный рекорд. Доступ только директор. Цифровая подпись доктор Морган. ID добровольца. Может, мне с собой нужно было бы сказать код? А, через стекло, что ли, достал? Забавно. Это было смешно. Так, ну ладно, давайте откроем тогда, наверное, его все-таки. Слушайте. Неужели все это так по приколу сделано? Давайте бы туда попробовать. Ладно, скрываем сейф. Да господи. Нормально. Нормально, друзья. Смотрим, что у нас здесь есть. Ощущение густо. Вот просто прям совсем. Видите, эти добровольцы. Ну ладно, ничего важного. Эй, эй, эй. Вот надо ли нам туда вообще лезть? Большой вопрос еще. Ай, ёпки-палки, нет, может быть и не надо. Так, тихо. Просто не залезть. Так, стоп, не суетиться, не суетиться. Вот так сюда. Теперь сюда. Дальше. Пройти по этой штуке. Залезть вот сюда. Нахрена мы сюда приперлись, конечно, большой вопрос. И как здесь тоже быть... Тут еще вопрос. Так, можем сюда залезть? Можем. Зачем? Нам легче не стало, честно говоря, от этого. А, ну там сверху то, как будто в этом есть какой-то смысл на самом деле. Воу-воу-воу-воу. Ух ты, серьезно? В этом есть смысл даже? То есть мы здесь можем вполне серьезно бродить. А. Дайте дорогу. Так, ну... Даже не знаю, заберемся, наверное, потом оттуда в сюда. Правильно я так понимаю? Где мы сейчас находимся вообще? Центром управления. Мы сейчас спуститься еще успеем. Давайте сбегаем в другое место. Вот. Thank you.
получилось неплохо. Совершенно бессмысленно с точки зрения, мы сюда могли и так надо прийти, но прикольно. Особого толка в этом я не вижу, честно говоря. То есть всюду мы здесь могли бы быть и без того. Правильно, правильно. Поэтому побежали отсюда. Вряд ли здесь какой-то супер-мега-сокрытный план коварный. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, чего мы тут накрафтили себе? Нормально получилось на самом деле. Так, это, скорее всего, тефлон. Да. О. Отлично. Так, теперь мы еще разбираемся. Вот это. Это еще было... Что у нас такое? Пистолет есть. Не апнутый пистолет. Все. Ключей дополнительных нигде нету. Ну, вроде бы все. Лысый металл. Нормально. Пси-усилитель, это еще что такое? Ну, такое. Не шибко нужно, честно говоря. Лист персонажа. Шадоу Коннор. Опять чертежи. Так. Взломик. Лучемет, вот это вот это что-то новенькое, это прикольно. Так, патроны. У нас еще 13, в принципе, что хорошо, конечно. Патроны для лучемета. Давайте посмотрим, что нам нужно для этого. Блин, 3-3. Ну. Ой, даже не знаю. Утилизирующие гранаты дорого, все дорого. 20 ремонта костюм у нас с запасом. Гипс, пушка. Сколько? 53 надо сделать одну штуку. Так, ну, в общем-то, наверное, больше ничего и не нужно. Нейромод 2. То есть можно сделать и 4 нейромода сейчас, правильно? Состояние сытое. Отлично, радиация 39%. Давайте выпьем 1-1, наверное, один. Где у нас нутутоин? Вот это, да. Радиация 0. Тифонистость у нас не сильная, хорошо. А, еще гипс-пушка у нас одна есть, отлично. Это сейчас тоже переработаем одну из них. Так, маленькая попробую еще пера. Материалы, вот. Так, 4 и 12 там, по идее. Даже 4 и 16 получается. То же самое. Да, 4 и 15. Бессмысленно. Ладно. Так, вот еще надо гипс-пушечкой мы тоже разберем. Ну и все, наверное, все.
Можно еще разобрать кусок вот этих запчастей, например, да? Кстати, что нам питье? Нет, мало. Вообще металла не даст. Здесь металла мало, здесь металла много, но, блин, он вроде как нам нужен, запчасти тратятся быстро. Здесь металл есть, но он нам не нужен. Здесь тоже. Так, тоже уберем. В чем еще у нас металл много, чем мы не пользуемся? Катушки 8, ну, это так-то неплохо, конечно. Патроны. Нет, невыгодно. Нужно. Давайте уберем вот это все бухло, оно нам нафиг не сплющилось. По крайней мере, я еще страха здесь особо не испытываю. Так, оставим парочку, чтобы просто было, как говорится. Пиво. Ну, пиво жалко, даже прям выбрасывать. Пиво, оно такое пиво. Ну, пока все, наверное, да? Отлично. И крафтим себе несколько... Сколько у нас нейромодов сейчас? Должно быть парочку про запас. 4. Это уже что-то. Так, эффект инъекции повышает 70%. Ну, не очень, да, честно, меня впечатляет. Лаборанта может быть улучшить, чтобы оружие можно было улучшить. У нас 9 этих модулей. Нам бы не помешало улучшить все эти пушки наши, которые требуют лаборанта. Ну и охранника, конечно, тоже хочется улучшить. Этим пользуемся больше всего, кстати, если уж на то пошло. Выносливость нет, не надо. Сколько подвижность? Ну, тоже такое. Вот это вот надо по-любому, конечно, прикачать было бы. Столько я стреляю здесь в основном. Так. Ну что ж, давай всегда пока упоримся немножко в нейромоды. У нас хватает на 6 нейромодов. Теперь у нас их сколько? 9. Уже лучше. Лаборант. Лаборант качаем. Блин, у нас хватает на все вот это вот. Прям вообще сок. Например, третий уровень двигателей я вообще не хочу. Их можно разбирать. Тут, в принципе, можно было это не качать. Так, все по-хорошему. Хотя нет, на все гранат бы не хватило. Да, безусловно. Охранник. 5. Вот, все, что хотели, то качаем и пока. Теперь качаем наши... стволы. Пушечку. Гипс пушку. Да, конечно, эффективность нужно включать аж на 180%. Определенно. Дальность. Дальность тоже можно скачать. Мы не часто пользуемся. 4 модуля ушло. Осталось 5. Дальше. Шокер. Шокер требуется оружейник. А вот эту штуку требуется, да. Хорошо, осталось еще 2. А больше-то улучшить, по сути, с этим делом нечего, правильно? То есть пистолет, ну, у нас он апнутый. Отлично, отлично. Блин, зачем эти штуки нам, интересно, нужны? Ну ладно. Так, друзья, все, мы здесь, в принципе, все сделали. Классненько, давайте-ка по... Гранат у нас, по-моему, есть уже. О, карта сокровищ. Спасибо, блин. Изучить Гетто Мелинды. Отлично, просто. Так, задача. А можно как-нибудь данные... А, вот.
Ш, ну ладно, друзья, потом будем думать, что это значит, потому что я... А можно как-нибудь фильтровать? Ой, господи, это ж... Серьезно? Там у нас была другая карта. С... Вот с этим. Я не знаю. Я просто не знаю. Черт побери. Ладно. Перемещаем ключ активации. Морган, Алекс вас запер. Снять блокировку я не могу. Но я обещала вам помочь. Так что слушайте. В хранилище данных есть модули, которые можно выкинуть в космос. Это резервное хранилище информации. И ваш путь наружу. Загляните в мой терминал. Там найдете программу, которая откроет одно из хранилищ. Как только войдете, ищите ручное управление. Тогда выберитесь в космос, как я. Так. Открыть хранилище данных, хорошо. Вести ID браслета. Слушайте, у нас там были вот эти вот маячки, только я не знаю, как их изучать. Они же не подписаны были никак. Их нельзя было сесть и изучить просто, чтобы посмотреть что-то. Так. А букв здесь просто есть коды, но это не то. Тут у нас что? Открыли хранилище только что. Что дальше? Выбраться. Хорошо. Кажется, ключ мы загружали только что. Отлично. Почта. Так, нейтральный оператор, это мы уже читали, это понятно. Окей. Это мы здесь поднимались, и этот чувак здесь 150% урона сейчас вкатили мы. Ага, вот мы можем сейчас открыть себе доступ. Вот зачем мы сюда спускались, друзья. Вот оно как. Угу. Ох. Ясно. Нет, пока, честно говоря, ни черта не ясно. Но восстановили мы данные, хорошо. А что нас вырубило-то? То, что... Сейчас узнаем, я думаю, когда проснемся. Вот уж точно. Нажимаем любой клавишу. Пониженная гравитация. Они боятся. Успокоительная помощь? Нет, нельзя мешать формированию памяти. Угу. Ну, то есть, где-то мы сейчас там лежим вот у этого Алекса на приемке, грубо говоря. И нас там пичкают всякой дрянью. Так. Нам что, нужно выбить, что ли, к себе дверку или что? А как выйти?
Давайте сориентируемся. Watch ahead. Эта дверь не открывается? Не открывается. Все хорошо, тогда смотрим. Вот он. Ах ты ж, ёжики. Морган? Морган, это Элазар. Шлюзы на Талосе закрыты, но есть проход через грузовой отсек. Воспользуйтесь им. Думаю, вы сможете вернуться на станцию. Чудо, собаки мелкие. Ага, летит теперь оно значительно дальше, чем... Так-то. Ну ладно, в принципе, не сплющись эти мелкие сволочи. Пускай летают там себе на здоровье. Все, лопнули. Так. Пробойная жилая секция. Я там ключик один не достал, друзья. Сейчас мы его как раз таки пойдем доставать. Вначале в самом не достал один ключик. Где-то вот здесь вот он был. В разрушенном блоке еще... Черт, а где? Так, пробойница делала, это я помню. Там было еще тело. Космос здесь такой запутывающий, конечно. Давайте еще глянем, куда нам сейчас нужно по сюжету. Ага. К нам вот туда вообще, в идеале, конечно, я так понимаю. Хорошо, как скажете. Быть. Тут вниз головой немножечко. Спасти доктора Игве. Блин, а ты-то где еще? Так, сейчас нужно срочно. Так, 6-4 минуты осталось. О, сейчас разберемся, друзья. Морган, я вас вижу. Мы заперты в грузовом отсеке. В безопасности. По крайней мере, пока. Попасть внутрь будет непросто. Шлюза больше нет. Взрыв все уничтожил. Попробуйте использовать грузовые контейнеры. Так, сейчас разберемся сначала с доктором, подождите. Задачи. Будь уметь. Саперск, ты не запрямил за зону. Черт, где он? Я пока вообще не понимаю. Дайте покажите мне на карте сначала, где-то доктор Матео Игвы. Я просто в упор не вижу его. Нет данных. Спасибо, чё. А, вот контейнер с доктором Игвы. Вон он. Смотрим номер. Так, 5 минут еще. Хорошо, время есть. Я могу, наверное, в принципе, открыть сейчас люк, и он тогда задохнется. Правильно? Да, могу. 23.12. 23.12. Хорошо. Теперь труп человека. Так, так, так. Нам бы терминал сначала надо быть. Палец от меня. Ой, как меня еще жаль, и что-то. Ой-ой-ой-ой-ой.
Нет, все не то. Так. Да господи, что же у меня такие за... Внимание, целостность костюма нарушена. Охренеть просто. Так. Время здесь пока не тикает, не тикает, хорошо. Терминал, значит, не здесь. Хорошо, дальше. Двинули, 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 двинули. Управление контейнерами. 23-12. Давай, 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 давай. Стоп! Стоять! Пристыковать грузовой отсек контейнер сначала. Вот тебя, ага. Ох, наконец-то! Я думал, этот ящик станет моей могилой. Даже спертый воздух Талоса, пахнущий антибиотиками, кажется мне свежим. Спасибо, доктор Ю. Но я думал, и так я вижу... Вы уже не бегаете, словно белка в колесе воспоминаний. Надеюсь, вы и придете за мной. Было бы здорово увидеть знакомое лицо. Я передаю код ящика, в котором нахожусь. Мы нашли доктора Игве. Он работал в лабораториях симуляции и психотроники. Он может помочь, но вряд ли одобрит вашу цель, несмотря на то, что ему пришлось пережить. Однако замечу, что он всегда восхищался вами и Алексом. Ага. Хорошо, друзья, отлично, я бы сказал, пожалуй. Но здесь уже никого нет, соответственно, да? Да. Ну, за мной, конечно же, летят эти психопаты мелкие. Пускай летят. Сейчас мы починимся. У нас, благо, есть чем чиниться. Так, у нас есть не 4 нейромода заодно, кстати. Контейнер не пристыкован. А... Так. 56-45, например, можно взять. А труп человека туда мы не войдем. Там уже с той стороны были. Хорошо. Давайте-ка туда пристыкуем еще один. Обучение. Ах, Грант. Пожалуйста, если опять попрошу газ, он взбесится. Вы у терминала управления стыковкой? Да. Сначала введите номер контейнера, который хотите пристыковать. А где его взять? Грант, посмотрите на контейнер. Номер на нем. Когда введете его, появится меню. Выберите вариант пристыковать, вот и все. Контейнер сам стыкуется, да? Да, Грант. Он сам это делает. Это беспилотники. И открыть, наверное, открывает контейнер. Да, но его нельзя открыть одновременно с двух сторон. Поэтому зона погрузки герметична, даже если грузовой отсек открыт. Ладно, кажется, я понял. Спасибо, Джесс. Джесс, вы там? Ладно, пока. Так. Но ведь я не смогу сейчас... Ай-а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 й. Па-па-па-па-па-па. Так, пристыковали. Заходим. Перейти, да. Ух. Так, ну что ж, круто, друзья.
Где мы оказываемся в итоге? Так. Доктор Ю, Морган, сюда! Офицер Кул, мы не можем открыть дверь. Сюда тут же ворвутся наши друзья. Поднимитесь на мостки, мы вас впустим. Вы теперь разобрались. Так, друзья, ну, даже не знаю. Давайте, наверное, глубокой ночью уже. Так, черт, поиграем еще. Где-то еще тифоны. Тифоны, телефоны, блин, тут мы не можем без пропуска. Ага, вон он где. Давай к нам, айда к нам. А как насчет получить в щи? Мою мать, с вами все очень опасно. Вы всех убили. Давайте я открою дверь, сэр. Молодец. Привет. По-моему, эти пистолеты не помогут. Но у нас нет выбора. Да еще как помогут, все в порядке. Так, у нас все отрублено пока, да? Здесь есть фабрикатор и утилизатор, но они выключены. Нужно их подключить, это было бы. Поищем, где бы. Просто выключено везде электричество, да? Поэтому мы не можем, соответственно, никак. Ну, окей. А тут что? Понятно. Ну, там мы ничего не можем сделать, то это окей. Турелька одна есть. Хорошо. Это замечательно. Так, туда мы сейчас еще сходим, успеем. Там еще одна турелька, я вижу. Отлично. Как тут попасть? Там у нас ничего. Хорошо, ну, двигаем тогда, двигаем. Вот, да тут народу целая куча. Говорят, доктор Игве дрейфовал за бортом в контейнере. Если бы он там остался, мог бы нас пережить. Блин, я думаю, если открыть ворота, будет бойня. Шеф Элазар хочет с вами поговорить. Да. Привет.
Здесь я не подставлю, ребят. Мне реально не хочется, чтобы они все погибли просто так. Капитан Лазар хочет с вами поговорить. Мы только что узнали, что вы еще на... Доктору Игве повезло. Хорошо, что вы там вовремя оказались. Нужно попасть в грузовые клетки. Как... Зачем автоген, если там есть комп? Никто взломать не умеет просто, а я умею. Я молодец. Тури, вот это хорошо. Вот это я занесу сюда на случай, если вдруг оно откроется. Карго бэйби, блин. Слушайте, а я могу ведь это все дело открыть. Давайте это сделаем. Я надеюсь, я успею всех выпить, пока ребята не помрут. Полегче! Уходите отсюда! Морган, помогите! Пожалуйста, помогите! В легкую! Врубили просто залпом. Ребята даже испугаться толком не успели. Спасибо турельке еще. Прям отлично. Черт, от одного вида этих тварей меня тошнит. Морган? Так, хорошо справились. Алевтина, вы в порядке? Да, офицер Роуз, спасибо. Зовите меня. Так. Вы подвергли опасности нас всех. Доктор Ю. Я снова хочу поблагодарить вас за спасение. Я надеюсь, что вы меня помните. Доктор Игве. Дайо Игве. Ваш брат Алекс поручил мне исследовать нейромоды. У меня есть один, но без матрицы. Приберегал его, но... Наверное, сейчас самое время. Вот, он вам наверняка пригодится. Два нейромода. Есть один, а дали два. Спасибо. Так, ну что там, женщина? Теперь мы закрепились и сможем держать оборону до бесконечности. Слушай, странно ты какая. Присылайте выживших. Мы их защитим. Жаль, не могу создать для вас новый круг ада. Я так и думала, что что-нибудь обязательно пойдет не так. Ну, настолько. Хэн, ты здесь? Шеф? Да. Что-то не так? Хочу поговорить с тобой и не доп... Везите. Я так не веселилась со времен ближневосточной эвакуации. Шеф, если что-то было не так, я проверил график, расписание. Я старался, чтобы Игвы не было. Оказывается, я скучала по войне. Шеф, я даже сигареты для Лейтнера приготовил. Ты отлично поработал. Еще раз выкинете такой номер, и ваши следующие двери станут в плюс. Угостишь Николю, ужином идет? Да, шеф. Спасибо, шеф. Отлично, друзья, мы очень неплохо справились, я так понимаю. Нас охраняет во всем. Не заденьте проем. Как попасть вот сюда? Может, это микрогравитация расстраивает мой вестибулярный аппарат. После крутящегося ящика нужно прийти в себя. Я чувствовал, как он вращается. Желудком чувствовал. Я впервые испытал головокружение и клаустрофобию. Наверное, есть нейромод, который это лечит. Чтобы в Транстар на Земле отлично узнали о том, как вы поставили нас под удар. Не надо со мной ругаться, чувак. Я только что перевел кучу тифонов в соло. Просто взял и так... Так что ты давай это. Доктор Ю. Вы были в жилой секции? Вы не видели там мою жену Николь?
Когда я в последний раз говорил с ней, она направлялась туда. Если вы ее найдете, сможете привести сюда? При мысли о том, что она может стать одной из этих тварей, я... Доктор Ю, сожалею, это было неуместно. Простите. Спасибо. Когда тобой управляют, я все чувствовал. Но мой голос мне не подчинялся. Они не для вас. Я хотела кричать, но не могла. Как будто я тонула в себе. Говорят, офицеры охраны, Тик, Рэмер, не выжили. Я была в топливном хранилище. И тут начался пожар. И все забегали. Но они бежали не от огня. Там были эти силуэты. Я остановила огонь и пыталась добраться до электросети, когда Эл, офицер Роуз, вытащил меня. Я рада, что он это сделал. Я не знала, что происходит, и про этих тварей тоже не знала. Все мои коллеги погибли, да? Может, взрыв на складе топлива устроило одно из этих существ? Они разумные? Они это спланировали? Говорят, спасательные капсулы не сработали. Все? Как это могло произойти? И кто-то их просто не упустил. Сомневался, что все получится. Но вышло неплохо. Кто-то капсулу мог просто не выпустить. Так, это не для меня, если я решил не брать этого. Все, потому что, ну, как-то это все-таки стыдно тырить у людей еду последнюю, как говорится. Я думала, что мы умрем. Слежу за главным входом. Следи, молодец. Так, друзья, вроде бы залутались, да? Задание. Так, а эти двери не открываются? Случайно, тут же кнопки должны быть. Так вот прям целыми кубиками и возят. Вот этот бурбон нам не актуален. Мы это... Первую взлома. Давайте взломаем. Все взломаем. Все контейнеры взломаем. В легкую. Чертеж дробовика. Очень полезно. Лишние не бывают. Граната. Еще улучшение, обалдеть. Собираем дальше. Мелочь. Штучка, как говорится, так, утрамбовать все. Так, у нас есть лишних куча предметов, я их должен просто потом, как говорится, с... Так. Ой, блин, плохая, конечно, штука на самом деле. Могу за нее за 5, 4, 3, 2, хорошо, еще недалеко был узел.
Ага. Правдолюб, вот что. А толку? Ну взяли мы правдолюб, флешку правдолюба. Она как бы что-нибудь дала на будущее? Ага. Ну, то есть это тот, помните, маленький еще за несколько серий до этого, где чувак собрали все данные, женщина, которая пыталась собрать информацию о добровольцах, но ей все не давали. И вот она узнала все-таки это дело. Что мы здесь ищем, друзья? Что мы здесь ищем? Станция зарядки здесь, внизу. Хорошо. Сколько лутца у нас тут? Блокировка по приказу директора? А я вам кто, блин? Шестерка по забору. Пониженная гравитация. А, стоп. То есть гравитация именно здесь понижена. Так-то как бы оно... Окей. Ну... Ладно, но нам как бы здесь ничего, видимо, не светит, да, я так понимаю. Красиво, конечно, эти огоньки. И здесь нам ничего не светит. Ну. Видимо, нужно взломать тот комп каким-то образом, правильно, чтобы прикрыть себе дверцу. Но мы этого делать гравитация. Не сможем. А почему? Как нам стать? Как нам разблокировать эту штуку? Gravity Tunnel System, окей. Дверь заперта. Ну, здесь, в принципе, квест понятен более-менее. Нам нужно просто попасть было бы туда. Но пока мы туда попасть не можем. Или я просто пока не понимаю, как. Что от нас хотят. Еще нейромод. Ничего себе. Слушайте, тут этих нейромодов прям навалено-навалено. Насыпано, я бы даже сказал. Давайте-ка все до конца доломаем. Почему не подписано, то есть просто нету подписи и все. Все, мы здесь все взломали, это хорошо. Тихо, телефонов мы просканили, отлично. Идемте врубать электричество, нам очень нужно вон те два. Здесь, да? А где? О, вот придавило жестко. Сверху, снизу, как-то попасть. Где-то под нами сейчас должна быть. А что вот прямо здесь, которая вырубает электричество? Ну где она? Нам бы найти проходик к ней, ребятки. Так. А я не вижу. Наверху вряд ли он находится, правильно?
да, действительно, что ему там быть-то? Контейнер не пристыкован. А здесь мы, собственно, и пришли. То есть мы как бы физически не можем пустить ток или чего? Подача энергии... Распределительный щит сломан. А починить его... Ну ладно, ну ладно, коли так. Интересно. Это под нами, наверное. Пойдем поищем. Спуск. Здесь не знаю, есть он где-нибудь или нет. Как обычно, они не сразу, не очевидно, так немножко зарыты. Они могут быть черти где находиться на самом-то деле. Так, давайте посмотрим здесь. Нету ли проходика куда-нибудь? Нет, здесь нету проходика куда-нибудь. Давайте, кстати, еще гранатку допустим. Слабо. Очень даже слабо. Нет, здесь нету. Так, тогда я не знаю, где питание, потому что не нах... А, сюда нужно гранату кинуть. Бульк. Так, хорошо. Колучий мед, у нас уже место банально. А, нет, есть на него еще одно место, да. Стоп. Вот так. Он 4 занимает клетки, ничего себе. При разборе даст 2 металла. Это хорошо, нужно 2 металла взять, конечно же. Так, но теперь все еще та же самая проблема с активацией электричества. И вот еще один здесь, кстати. Давайте кто-то, сколько, может быть, там нужно активировать, потому что... Мы им показали! Да, за этой дверью еще он есть. А как-то попасть как-нибудь... Ага, люк. Залазь давай уже, ну. Попали, кажется, туда все-таки. Высший, мать его, мимик. Ого, а здесь что? А это мы куда вообще выглянули-то? И почему у нас... У меня карта перестала работать почему-то. Почему? Странное дело. Так, давайте, друзья, все в фабрикатор захренячим. Точнее, в утилизатор пока. Так. О, вот можно вот так делать. Отлично. Пу-п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 у. Все вроде бы перенесено. Так, получаем мы целых 20 металлов. Да, это шикарно. Ну вот, нахватали, так нахватали. Теперь просто от души, как говорится. Сколько мы там не аромату? Так, ну все, друзья, пока у меня почему-то образовались косяки с управлением, мы будем заканчивать. Потом мы исследуем... Я пока не могу понять, в чем проблема, но она есть. И скролл тоже не вызывается. Может быть... Не знаю, в чем проблема. Буду разбираться.
Серия получилась дофига насыщенной, много чего сделали, много... Ой, прям обалдеть. Если вам все еще интересно, друзья, как и мне, то давайте большие пальцы вверх под этим видео. И это сигнал мне, что Сэм, давай снимай следующую серию поскорее. И мы, конечно же, скоро услышимся. Всем пока.